Ну что, друзья, всем доброе утро. У нас сегодня третий день нашей рыбалки. Время 7 утра, мы уже позавтракали, проснулись. Навел порядок в лодке, помыл ее, убрал весь песок. Вещи собрал, заправил термос. Ну и, в принципе, можно выдвигаться на рыбалку. Погода сегодня такая же. Кстати, погода обещает всю неделю такую. Солнечно, ветерочек, южный, юго-западный. То есть погода просто отличная, шикарная. Уже с утра где-то плюс 17-18 градусов, а днем будет уже выше даже 20 градусов. Погода отличная. Вчера мы отлично половили окуня, попалось пару щук. Кстати, щука берет не очень, нет крупных экземпляров, не знаю, сейчас может какое-нибудь другое место сгоняем, проверим. А так окуня много, окуня можно ловить без проблем. И причем окунь хороший, в таком хорошем размере. Полкило и выше. Вчера самый большой окунь был 960 грамм, почти килограмм. Обновил свой рекорд. Наш палаточный городок. Рома уже готов. Рома, готов? Андрюха, я всегда готов. Ага. Надо в бой. А Валентин Иванович где? Он готовится. Ясно. Осталось только кофе попить и все, и вперед. А, который, да, ну то есть мы разделимся. Вы да, камни давай. Проверяете, а мы протопок проверим. Давай, давай. Пусть, друзья, хорошая стая летит. Вот, попробуем сходить повыше. Ребята сходят там на камни. А только берег каменистый есть. А мы сходим в другой шар, в другую протоку. С батей там попробуем. Вот. Ну, после обеда к нам тут товарищ приедет. С ним посидим, пообщаемся. Ну и тоже с ним сходим, потом порыбачить съездим. Встали мы на яму. Там веревки не хватило. Вот там, видите, такая вот везде волна, рябь идет, да. И вот там такое тихо-тихо, там здоровая яма. Встали немножко ближе под берег. Вот. И будем бросать в сторону ямы и делать проводку сюда уже, в эту сторону. Не, попробую 28 грамм, конечно. Значит, я сомневаюсь, что 28 грамм. В общем, друзья, попробуем. До шара мы не дошли. До самого. Потом немножко дальше начинается. Да, по-моему, 28 грамм мало. Кое-как 32 грамма. Кое-как. Друзья, не смогли мы зайти в протоку. Вон только маленький ручеек вытекает. Удар, да? Решили тут встать прямо в этой курюшке. Небольшое течение нет. Течения нет. И попробуем, помакаем резину. Есть, да? Что там? Ну, как обычно, небольшой окунь. Небольшой окушок, как обычно. Ну, окунь, друзья, везде валом. Интересно, щука. Интересно, щука. Конечно. Я вчера окунь наловился. Мне окунь что-то уже не хочется ловить, да? Если честно. Вчера такие экземпляры были. Мелочь. Мелочевка. Мелкий окунь поклевывает. Неинтересно, не особо. Сходим вдоль этого коряжника, наверное, пройдемся с правой стороны, который идет. Попробуем его. Что, цеп?
Коряжники, коряжники, везде коряжники. Ух ты, есть, хорошая. Вот это да. Да, хорошая попалась. Угу, давай, давай. Давай, давай, дорогая, выходи, выходи, выходи. Выходи, давай, выходи, выходи, выходи. Да, 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 ты что, конечно, подсак, пап. Да, хорошая. Килограмма 4 точно есть. О. Вот это был удар. Да что такое-то? Не, слушай. Да, слушай, там хорошая щука, пап. Там хороший крокодил. Там килограмм 5-6. Да-да-да-да-да-да-да. Ага. Да. Ага. Щука есть, друзья. Щука есть, хорошая. Ага, ага. А не выдвигается, да, телескоп? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Нет, 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 подсак убери. Давай, пап. Давай, 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 давай. Давай, давай. Фу. Ест. Yesterday. Yesterday. Yesterday ее. Да, друзья, хорошая щука. Такая, килограмм, наверное, на 5-то будет. 5 405, ну минус подсак, короче, 5 килограмм примерно сейчас. Опа. Фух. Ну как вам, друзья, а, трофейчик хороший? Хороший трофейчик. 5 килограмм щука, 5 килограмм. Илья Юрьевич, берем, да, ее берем, берем. Взяла вот на такую резину, морковно-зеленого цвета, ну, одна из любимых моих расцветок. Борьба, конечно, была интересная, но удар был, ну, я заснял удар, прям хороший такой, звонкий, со второй проводки, с первой проводки не взяла. Блин, поклевка была. Я только камеру выключил, только камеру под лодкой, блин. Небольшая такая вот. Да, щука сегодня поактивнее намного. Напильничек небольшой. Да тихо ты. Все, отпустил. Опять. Ничего себе. Опять под... Слушай, хорошая щука. Ничего себе, друзья. С одной постановки уже третья щука. Папа, подсак.
Вот это да. Что такое-то? Угу. Да, баб, такая же опять. Такая же щука. Офигеть. Вот это да. Вот эта точка у нас тут, а. Вот эта точка. Кстати, у нас сегодня лед привезут, так что можно щуку брать. Ах. Ты посмотри, какая. Ну такая. Трешечка, да? Давай. Давай, давай, еще. Оп. Молодец, Анатолий Ильич. Молодец. Фу. Поздравьте меня. Опять попалась. Ну это меньше. Ага. Это меньше. Это меньше. Треха, наверное. Треха, да. С таким ударом, конечно, а. С таким ударом просто. Прям хорошие конкретные удары. Опа. Ну как вам? Просто с одной постановки, друзья. 5 килограмм. Тут я не буду уже взвешивать, но тут килограмма 3, наверное, примерно. 3 с чем-то. И там килошка, чуть больше килошки отпустил. А? Класс. И с такими причем ударами, что прям называется отдай спиннинг. Как даст, как даст. Что интересно, батя рядом кидает, у него в другой расцветке, в желто-красной, не берет. А вот морковка зеленая, но у меня на все удары. Еще раз, друзья, поменяли точку, потихонечку продвигаемся. Сейчас Валентин с Ромой подошли, у них там тишина на камнях. Подошли сюда к нам и тоже сейчас будут пробивать коряжник. Постояли, попили чайку. Хороший кушок, да. Да. Щучку небольшую я соблазнила. А, оку, нифига себе, на такую резину. Ничего себе. На такой здоровый твистер. О, ну смотри, он еще покусанный, пап, приезжаешь. Бедолага. Тебя кто пытался съесть-то? Покажи нам ее, где она? Короче, будем экспериментировать. Это у нас формат пионер в 120 размере. Карабинчики, друзья, не ставлю. Вертлюжки, карабинчики на джиге. Вот в этих местах, потому что может быть хорошая рыба. Конечно, все эти карабины, они ненадежные, даже самые дорогие. Не раз уже разгибались, лопались, ломались и тому подобное. Друзья, бать-то попало что-то. Щука залетела. Сход, да? Да. Сейчас, по-моему, дочь хорошая будет, это точно, друзья. Да. Ну-ка, туча идет синяя. Вот так, вот, с такими полосами, что... А у меня там окна стояли открытые на палатке, чтобы проветривалось. Слушай, прямо на нас идет, пап, давай. Да. Аккуратно на нас. Свечу вернуться можно. Обратно сюда. Пугал нас дождь с батей. Я стоял на палатке открытые окна. И, ну, чтобы проветрилась палатка. Потому что
утром очень много росы после ночи. Вот, и думал, что палатку зальет. Мы с батей быстро-быстро сюда долетели, а вроде как и тучи-то мимо проходят. Походу, нас не зацепит. Ну да ладно. Сейчас мы с ним решили приготовить салатик. Ребята там остались, Валентин с Ромой. Приготовим салат, перекусим. Подождем все-таки, дождь начнется, не начнется. После обеда еще, конечно же, порыбачим. Сегодня с утра попалось две хорошие щуки с одной постановки, а потом столько точек не меняли. У бати был только один сход, и у меня пару тычков. Все, то есть щука не брала. То есть либо это был выход, то ли мы попали на такое место хорошее. Но там корячи хорошие, там можно рыбачить, можно пробовать искать щуку. У нас осталось бензина, полный бак практически. У нас батя заправлен, и две десятки, еще 20 литров. Ну, ребят тоже две десятки еще остались, смотрю. И там у них тоже полный бак. Ну, в принципе, бензина хватает, можно покататься нам. Так, по поводу палатки. Палатка нравится. Ну что, я уже МФП-4 пользуюсь уже 4 года своей старой. 4 или даже уже 5, не помню. В этом году ее обновил. В другом цвете палатка уже. Кстати, в этот раз палатка у них МФП-4 уже делается из Оксфорда. У меня первая палатка, которая старая, она из нейлона была сделана. И вот они уже по-другому сделали разделку. В предыдущей палатке здесь были такие фланцы сделаны металлические, которые постоянно рвали материал. Сейчас же материал более жесткий, крепкий, толстый. И уже его сам вырезаешь по диаметру трубы. Я сейчас надрезики сделал, так вот трубу вытащил. Можно разделку металлическую туда в кармашек вставить в этом месте. У нас два холодильника, мой на 60 литров и у ребят на 40 литров. Тут у нас получается стол для готовки. Ну, какой небольшой у нас тут беспорядок, не обращайте внимания. Здесь уже стол, где мы кушаем. Это Тарамбокс от компании Кемпинг на 60 литров. Сверху крышка, есть 4 подстаканника. Кстати, на крышке можно сидеть до 150 килограмм. Как стол, как стул можно использовать. Мы положили сюда лед ровно 3 суток назад. Это 2 1,5-литровые бутылки с водой. Я вам сейчас хочу показать. Руки. Вот до сих пор еще лед. Видите, вон там лед твердый. Пообедали, посидели. Ну как, не пообедали, перекусили. Анатолий Юрьевич, я, говорит, есть хочу, говорит, не могу уже. И стали тут недалеко от базы. Кстати, вот в этом месте, в прошлом году мы стояли. Здесь стояло, когда мы были с Дрюней, Серегой. Здесь стояла палатка у нас. База была. Вы видите, да? Все смыло. Просто это, от этого места ничего не осталось. Тут такой пляжик был, пятачок такой красивый. Место было шикарное. Сейчас, пожалуйста, вообще все по-другому. То есть берег меняется кардинально, абсолютно. Я поставил яркую резину. Такую ядовитую. Посмотрим, как отреагирует. О, уже коряги. Уже коряги чувствую. Проводку надо делать очень осторожненько, потихонечку мотать. Через бревна переваливать. Друзья, вот это была поклевка. Ёпарасоте, сход был, короче. Блин. Все, зацеп. Фух, вот это да, друзья. Вот это была поклевка. Хорошая щука была. Хорошая щука была. Блин. Только чуть-чуть смог со дна отодрать. Тяжелая была. И все. И сейчас зацеп мне сразу. Щука есть, короче. Щука есть. Стоит. Опять поставил резину ту. Морковного зеленого цвета. Блин. Есть. 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 Анатолий Юрьевич, вправо, вправо. Вправо поворачивай. Вправо. Прям туда вправо поверни. О, отцепился, пап. Отцепился. О, вот это щука. А поклевка была или что? Или ты не понял? Блин. Не, удар был, понятно. Тух. Да, ну видите, еще что у меня с поводком стало. Поводок просто в хлам. Просто в хлам, блин. Вон какие от зубов на этом, на грузе отметины. А
Есть! Есть! Вот она! Пап, хорошая, пап, пап, да доставай свой, доставай. Подсак. Хорошая щука. Ух ты, друзья, вот это была поклевка, а. А, не. Трешка. Трешка, 4 килограмма. Вот смотри, какая красавица, а. Давай сразу ее попробуем. Давай ее сразу. Вот так вот ее. Давай, давай. О! Что-то быстро мы с ней вообще. Ничего, она уже. Все уже слажено. Вот такая, друзья. Ну, не очень большая. Такая. Килограмма 2800. Ближе к 3. В общем, отпускаем ее. Все целое, да? Целое. Да, все целое, у нее все хорошо. Давай. Торпеда, бляха-муха. О, пошла. Друзья, еще одна. Еще одна влетела у бати, а. Хорошая, хорошая, да. Удачно мы вышли. Люди. Да слушай, да такая, как это, как моя была. Как моя. Хорошая щука. Скобов. Поздравляю, Анатолий Юрьевич. Вы сегодня обрыбились. Ух. Ага, вот такая, друзья, попалась у нас. Трешечка. Ладненько, давайте, точно щуку, блин, достаем. Ой, слушай, пока тут у нас поклевки есть, сейчас порыбачу еще немножко. Батя вытащил трешку. Примерно взяли. Сейчас вот как раз Рома с Валентином звонили. У них вообще по нулям. Сейчас к нам все подъедут. Ух ты, удар. Ух, вот это да! Удар. Вот это да! Все. Сошел, сход. Доставай, доставай. Посмотри, что с резины. Оторвал? Нет. Тебе такую же достать с резину? Пап. А, у тебя поводок-то кирдык. У тебя поводок оторвался. Хорошая щука была. Вот это был торфей, Анатолий Юрьевич. А, вижу, вижу. Одна. О, есть, пап! Здоровая! Блин, думал зацеп. Охренеть, пап. Хорошая щука. Доставай, доставай. Офигеть, друзья. Я думал зацеп. А нет, не очень большая. Ну, слушай, я не понимаю. На меня пошла. Ну, вот такая же, блин. Трешка. А? Ну что, думал зацеп. Так же, как ты в корягах, короче, взял, остановил ее. И начал стучать по дну. Ух ты! Фух. Четвертая. Да? Да. Четвертая, друзья. Просто четвертая. Ах ты! Укусила меня, представляешь? Я вас тут собак уже столько переловил. Вы меня еще кусать будете? Буду с тобой еще вошкаться. Вот такая, друзья. Че, отпускаю, да, наверное, уже? Да, не очень такая, друзья. Вот такая вот, а? Красавица, а? Ну что, морда собачья. Где твои мамка с папкой, бля? Thank you.
Юрич, как настроение? Настроение? Бодрячком, чё. Выспался? Да, очень даже. Так, сейчас быстренько яйца пожарили, воду скипятили. Всем доброе утро. Наша экспедиция продолжается. Сейчас утренние процедуры, небольшие сборы. Как обычно, завтрак. Пожарили яйца, заправляем термос, ну и будем собираться на рыбалку. Вчера после обеда уже ничего не снимал, потому что к нам приезжали гости, сидели, болтали, ели вкусную рыбу. В общем, просто, друзья, отдыхали. А сегодня у нас среда, уже получается какой день. Если с дорогой, то пятый день нашей экспедиции. Рыбу сложили в термобокс, нам привезли полторашки со льдом. Вот сейчас рыба хранится у нас в бате в термобоксе, потому что многие будут задавать вопросы, как вы рыбу храните. Рыба вся почищена, у щуки снято филе, все стороны убрано. Окунь тоже голову мы отрезаем, чистим, рыбу солим. Термобокс и со льдом вместе все лежит. Погода такая же, не меняется. Ветер либо южный, либо юго-западный. Теплый ветер, хороший. Вот. Солнце. Настоящее лето. А хотя уже сегодня число, по-моему, 11 сентября у нас. В это время здесь на севере бывает, конечно, очень холодно. Но нам повезло. У всех порезаны пальцы, вот такие все, у всех перемотаны. Валентин Иванович обжегся там банкой консервной в костре. Я порезался. Рома щука порезался. Короче, все ранены. Сейчас пальцы перемотают и тоже поедут на рыбалку. В прошлом году сковородка, друзья, у нас уплыла. А в этом году крышка от канистры от этой, двадцатки. Ладно, поедем, покидаем коряжник. Есть вот недалеко, по месту. Посмотрим. Ветер, конечно, не опять задувает. Ну, тут по-другому никак. Тут ветер практически всегда дует. Редко, когда без ветра. Поставил такую вот резину цвета морковки. Хорошая ямка. Мы с батюшкой попробуем до обеда поискать щуку также в коряжниках. Ставят свои любимые коряжники по этому краю. Есть такой рельеф интересный, то есть перепады, яма, опять перепад, яма. Весь берег потихоньку съезжает. Его подмывает постоянно. Ниточка. Я поставил такую уже резину такого машинного масла. Буду перебирать, искать. Что подходящее. Анатолий Юрьевич также на формат. Пионер пробует. Тут мы вчера неплохо отловились. Правда, не в этой точке, а чуть-чуть пониже, вот ближе к той коряге. Четыре щуки с одной постановки. Вот. И один сход был у бати. Ну, поводок оторвало. Хорошая щука была. Не зацеп. Хорошая щука, пап. Доставай. Вот это да, друзья. Постучал по дну, называется, а? Думал, зацеп сначала. А этот зацеп-то ожил. И пошел по своим делам. Слушай, хорошая щука-то. Да, добрая щука. Да, добрая щука. Ох. Это да. Че, друзья? Первый трофейчик. Ну такая 3200. 3,5 примерно. Первая на сегодня щука. Надеюсь, еще ее на нас порадуют. Уже подвел к берегу, проводку сделал. И
ну, как обычно, подводишь к лодке и несколько стуков делаешь, там 5-6-7 стуков. И вот сначала думал зацеп, подергал, а зацеп-то потом поплыл, оказывается. Ну класс. 3200-3300 примерно щука. Даже, наверное, может 3500. Берем. Ну, друзья, сработал это формат, пионер. Хорош, нет? Нет. А, шнурочек, да? А, так вот, пускай. Ну, друзья, батя попалась. Небольшая щука, килограммовая, наверное. Сильно ударил, да? Ударил хорошо, да. Вот так вот потихонечку мы переставляемся с батей. Каждую точку облавливаем. То есть спустились 50-60 метров, обловили. Перевалил коряшку? Да. Как правило, вот когда коряшку переваливаешь или бревно, вот после этого бывает прям, ну, удар или поклевка. Одно и то же, удар, поклевка. Как у нас по бензину будет оставаться, сколько бензина. Съездим завтра на разведку вниз по реке, посмотрим новые места на будущее, понимание было. Друзья, сошла щука сейчас под лодкой, так вот стучал опять. Буквально немножко приподнял ее, все. Есть, еще раз. Это рыбалка. Друзья, рыбалочка. На каждой постановке практически есть поклевки либо сходы. На каждой постановке есть. Вот такая. Подушку, наверное. Поймать-то дело одно. Как ее потом оттуда освобождать, это уже совсем другое. Отцеплю я тебя. Тоже, да, под лодкой. Че, ты тоже есть? Ну, прям, да, под лодкой. Ой, батя поймал щуку. Такая же, да? Так, и, друзья, мы отпускаем. Так. Подожди, у меня подсак еще не готов, пап. Поводи ее там пока. О, все, сошла. Сошла? Блин, вот, да. Вот, на поверхность зашла, блин. Ну, не судьба. Вот прям под лодкой. Ты сюда потом, ты, блин. Так у меня то же самое, так же. Бабах, блин. Сейчас думал, он зацепил что-нибудь. Ну, нет, дергает. Такая же ерунда, Антонович, такая же ерунда. Ну, у тебя покрупнее было, да? Да, хорошо. У меня потехка была, я точно не. Даже до дна не могу опустить, потому что просто коряги. Просто коряги. Вон, все скачет, скачет, скачет. Даже по дну не стучит. О, дно наконец-то. Илья Юрьевич, он релаксирует. Наслаждается солнечными денечками, да? Да. Скоро зима. Надо накопить солнечную энергию. До весны хватило она. Ну я еще пока не наловился. Ты наловился уже? Чего? Рыбу наловился? Я? Да. Нет. Нет еще? Я окуня. Окуня надо вечером идти. Вечером, когда вот после обеда ветерочек стихнет. И там на нашем любимом месте в протоке порыбачим. Есть! Да! Хорошая! Я так и думал, что она тут будет стоять, а? Ах! Сошла! Все. На краешке держалась. Ну, друзья, такая, два с копейками.
Сначала ударил, а камеру включил и поклевка. Удар хороший был. А эта глубина нормальная, приличная, потому что 28 грамм прям кое-как держит. Угу. Я говорю, они там есть. А, точно, блин. Напильничек небольшой. Шурогайка. Шурогайка, да. Давай, цепляйся. Давай. Молодец. Наверное. Поднимаемся. Якорь, якорь. Ой, не якорь, этот. Ветка. Только не оторви. О, не слушай, щука. Щука, щука, хорошо, хорошо. Пап-пап-пап-пап, хорошая там щука. Зверь. Да я там понял. Зверь. Я понял, что зверь. Друзья, хорошая щука. Хорошая щука, друзья. Вот это да, трофей, трофей. Мамка, мамка, мамка. А, ты напугал меня, Анатолий Юрьевич, бля. А, смотри, окуня схватила. Ты понял, нет? Смотри, окуня держит. А? Я отпустил окуня. В садке плавают окунь. Плавает щука и плавает силикон. Вот вам, пожалуйста. Так, силикон нам отдайте. Держите. Это ваше. Ну, небольшая отпустим. Небольшая, но... Вот такая. Смотрите, друзья, батя поймал, получается, окуня. И потом окуня схватила щука. Причем не за крючок, она держала именно за окуня. И не отпускала до последнего. Жадная собака. Не куплен, да. Давай. Окунь, давай, тебе повезло тоже. Да, поклевка была. Не всёк, не смог ее. Но удар хороший был. Есть, хорошая. Ты-то да. Блин, просто без поклевки. Просто как не знаю что. Не крупная. Ну как не крупная? Слушай, приподнять не могу. Вот такая, друзья, попалась. Ох! Полторашка, наверное. Чуть больше, 800. Коряги. Что такое? Не понял. Че, коряги, че? Еще одна коряга. А, там вообще лес, короче. Нет. Да хорошая щука, хорошая. Вот это да, друзья. Хорошая щука, да. Ох, чудо, быстро мы с ней. Ну, сандалил-то будь здоров. Вот такая вот. Небольшая. Небольшая, да. Друзья, отпускаем. Тут даже два не будет, пап. Не будет, да. Полтора. А что показалось, такая хорошая. Рома, ну что, как рыбалка-то сегодня? Ой, Андрей, пока, в общем, все плохо. Ну не все прям плохо. Ну, кстати, пока прям... кстати, да, друзья, вот ребятам не везет, что так вот прям. Вчера вроде половили, да? Валентин вчера половили. Половили, а сегодня. У нас вообще... сегодня так, в принципе, кажу постановку. Поклевки, сходы были. Я какие постановки не делал, считай, все постановки делал чисто по рыбе. Ну, то есть прям вот по стайной. Прям вот постоянно рыбе стою, ноль, вообще ноль. А мы постановки делали просто, называется, наугад.
И это работает. Может быть, в этом и удача есть, может, не надо туда смотреть, надо просто по этому, по ощущениям. У нас вчера такие были постановки все так, ну, примерно, короче. Плюс-минус. По берегу. Прибыли на место. Рома. Рома, не сюда? Не тут. Ну ладно, нормально. Нормально. В общем, сейчас приготовим вермишель с тушенкой. Нам вчера тут тушенку гусиную подарили. Добрые люди. Вот, и осталась у нас тут печенка, икра, окуневая печенка, щучья. Сейчас это дело пожарим тоже. Мы покушаем. Вот так же вкуснятина, а? Печеночка, икра окуневая. Красота. Так, покушаем. Быстро суп. Кидайте. Быстро суп с тушенкой. Гусиной. Да? Красота. Давай. Да. Угу. Так, через край не вылилось что-то. Ну, да, крышку можно закрыть. Что, ты ешь? Да. Не хотел, все равно.